Всем привет, это программа «В теме», и с вами я, Анастасия Жукова. Сегодня будем говорить о прокурорских залетах и порочных связях некоторых представителей правоохранительных органов. В Тульской региональной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу бывшего прокурора Советского района Григория Морского. Уголовное дело Александр Козлов направил в Советский районный суд. По версии следствия, Морской способствовал осуществлению организованной преступной группы незаконной игорной деятельности в Туле, то есть по факту прикрывал ребят, которые зарабатывали на игровых автоматах. Все шло отлично до поры до времени. Григорий Морской даже давал одному из СМИ региона интервью, в котором в красках описал, как накрыл три действующих игровых клуба, которые работали под видом интернет-кафе. Примечательно, что фамилия Морской в прокурорских кругах не пустой звук. В этой семье все мужчины работали в надзорном органе. Морской старший ушел в отставку по-тихому. Старшему сыну Юрию Григорьевича Вадиму не суждено было повторить такой подвиг. Он угодил в колонию поселения, так как не чурался брать взятки от насильников. Младший сын Григорий тоже попал в поле зрения компетентных органов и еще в 2014 году был отстранен от службы за совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника. Как именно удалось выявить порочную взаимосвязь правоохранительного и игорного бизнеса, все эти годы никто не знал. Однако делу Морского дан ход, и сообщаются следующие подробности. Оказывается, еще в феврале 2014 года Морской, узнав о предстоящей облаве на игровой клуб, отправил смс-ку своему другу с предупреждением. Получив сообщение от заместителя прокурора Советского района, владельцы клуба вытащили из игровых автоматов электронные платы, что в дальнейшем не позволило установить факт осуществления незаконной деятельности. Несмотря на меры предосторожности, члены ОПГ были арестованы сыщиками. Трое из них лишились свободы. Теперь пришел час и бывшего прокурора.